Большое огромное спасибо. А самое главное, ветеранам, вам здоровья, и чтобы еще на долгие-долгие годы хватило энергии, и чтобы вот здесь билось, как и тогда, билось в ваших сердцах. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется заместителю главы управы Кузьмину Александру Николаевичу. Уважаемые жители района, сегодня замечательный праздник, 75-я годовщина контрнаступления советских войск под Москвой. Я считаю, что, как Алексей Владимирович сказал, уже погода соответствует тому периоду. Ну а у нас, наши жители, наши ветераны, как были, так и остаются сильные духом, сильные воли, ну и, конечно, всегда в строю. Поэтому всегда с праздником вас, здоровья, успехов, благополучия и хорошего настроения. Спасибо. Спасибо.